11 часов 25 минут, город МИАС, 18-я школа. На пульте единой дежурно-диспетчерской службы поступает сигнал о возгорании в учебном заведении. Возможно, именно с этих слов мы бы начали свой репортаж в случае реальной угрозы. Однако сегодня в МИАСе проходят тактико-специальные учения служб быстрого реагирования. Крайне необходимо нам для того, чтобы мы знали, как, по какому плану работают службы. И мы отрабатываем в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в данном случае пожара, отрабатываем все свои действия. Доводим их до автоматизма. По легенде, пожар происходит в мастерских учителя кабинета технологии мальчиков. Именно там происходит и отрезают пути эвакуации второму, третьему этажу. Это наиболее важно, потому что, когда возникает именно такая ситуация, начинается паника. Чаще всего же мы даем сигнал тревоги и просто эвакуируем. А здесь именно эвакуация при задымлении и невозможности со второго и с третьего этажа эвакуироваться. Мы проводили сегодня итоговый сбор руководящего состава муниципального звена РСЧС. Все цели, которые мы ставили курсовые, они достигнуты. Вторая часть тактика специального учения показала, что мы в уложенный норматив времени увидели прибытие пожарных расчетов, прибытие организации жизнеобеспечения, доклад всех служб. Ну, собственно, организованно была проведена сама эвакуация со второго этажа, с использованием поисково-спасательного отряда, с помощью пожарной лестницы. Прибыли два пожарных расчета и проведена была газодымовая разведка. Вся легенда, которая разрабатывалась непосредственно при подготовке таких специальных учений, была отработана в полном объеме. Ну, первое, что визуально сейчас мы увидим, что четкое прибытие расчетов установлено в мотив времени. Второе, организованное взаимодействие, прохождение сигнала происшествия, прибытие скорой помощи, полиции, оцепление места происшествия. То есть все, что мы требуем, мы отработали. Разбор тактика специальных учений будет проводиться в понедельник. Там будут уже сделаны непосредственно замечания, то, что у нас не получилось.